Осень уже перевалила за половину, да и весь год постепенно подходит к концу, и многие уже задумываются над тем, как организовать свой отдых и досуг на предстоящих новогодних каникулах. Согласно опросам, россияне будут отсыпаться, общаться с семьей, читать и смотреть сериалы. Самые активные планируют выбраться на дачи и турбазы, а кто-то даже за границу к теплым морям. В опросе одного из отечественных сервисов принимали участие экономически активные россияне из всех округов страны. И вот что они рассказали о своих планах. 33% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 9% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 6% россиян, 5% планируют поездки на Новый год, а 3% по России, 2% поедут за границу. Мы решили узнать у тверичан, готовятся ли они к предстоящим праздникам, какие у них планы на Новый год. Мне кажется, еще рано. А когда начинаете планировать? Я, в принципе, Новый год не особо люблю, поэтому, ну, наверное, ближе к середине декабря. То есть под фанфары? Да. Крупниками пока еще не решили. Ну, где-то за 2 месяца примерно, в ноябре, думаю. То есть в ноябре уже будете думать, что делать? Да. В семейном кругу планирую праздновать. В деревню придется ехать, так что здесь один вариант.